Только мы в они пошли. А,
Травку от
коровы, как стакан парного молока. 33 коровы сдал стихи коровам, те давали молоко. День за днем промчалось лето, очень вырос наш поэт. Ведь молочная диета благотворна для поэта, если им всего 6 лет.
с помощью конструктора собирают какие-то предметы, роботов и так далее, потом с помощью компьютера. Оля Гораская, сюда подойдите. Выйдет. Потом сюда, прям до края круга. Растягиваемся до края круга. Так, дорогие ребята, вот сюда на асфальт защиты детей. 1 июня – День защиты детей. Девиз праздника – детство должно быть счастливым. Наш праздник открыт. Те, кто принимает участие в сегодняшнем концерте, я рада приветствовать вас на сегодняшнем итоговом мероприятии нашего центра, которое посвящено сегодняшнему празднику – Дню защиты детей. И сегодня вы все видели, какие у нас замечательные выставлены работы. Вот все, кто помог посмотреть. Это внутри нашего холла тоже выставка, замечательные работы. Это все делают детки под руководством. Состоится торжественный
запуск ракеты, посвященную защите детей. Как будем считать? Значит, считаем от 10 и обратно. Так, хорошо, потренировались нормально. Готовы? Готовы? Начинается обратный отсчет. 10! В объединении в отделе научно-исследовательской и конструкторской работы. Их проекты вы также можете посмотреть внутри, в нашем холле. Они выставлены на выставку. Еще у нас один запуск будет. Так, приготовимся. Запуск будет посвящен заместителю руководителя Центра дополнительного образования Безроковой. Ракета называется «Братцы», именно так. Итак, к запуску. Ильяна, ты мне махни. Нужно подвести к ней, видите, к ней идет проводочек такой, по этому проводу к ракете, к двигателю поступает электрический сигнал. Происходит замыкание короткое, которое поджигает наш двигатель. И именно двигатель дает возможность ракете взлететь так высоко, как вот до этого взлетела первая ракета. Заниматься в отделе научно-конструкторской работы и сделать собственную ракету. Вас всему научат. Научат, почему ракеты летают, как ее правильно собрать, из каких частей ракета. За ракетой, значит, я предупреждаю еще раз, у нас ракета сейчас, надеюсь, взлетит. Ты посвященный заместителю руководителя Центра дополнительного образования детей Елене Османовне Безроковой. Ракета «Братцы». Обратный отсчет. 10! Сейчас я передаю.
Жили-были три сестрицы, инстаграмные девицы. Каждая из них вела блог про разные дела. Как уехать за границу, пишет первая девица. У второй же у девицы кулинарная страница. Третья же и так и сяк. Но с тематикой косяк. То про песни, то про фотки. Все мне было интересно. Про любовь. Изогнув тугою бровь. Как уехать за границу? Да, царица. Тут пишет. Царя повезла бы на моря. Новый год там на Таити. Вы на мне, царя, жените. All inclusive, море, фотки. Прощайте, теплые колготки. Кабы я была царица, пишет пост ее сестрица. Я б на весь крещеный свет приготовила б фуршет. Фуагра, креветки, суши, устрицы, пирог с грушей. И фондю из шоколада. Царю батюшке слада. Я диеты не люблю, самодержца откормлю. Если стану я царицей, третья пишет пост девица, то я батюшке царю PlayStation 5 подарю. Он устал уж миром править, нужно обороты сбавить. Будет в игру он играть плотно, есть и вдоволь спать. Лишь опубликовать успела, сотня лайков приняла. И стучится в личку к ней королевич Елисей. Разбираешься порой в психологии мужской. С делом я потороплюсь, сразу на тебе женюсь. Как обидно, видит Бог, напишу об этом в блог. Не шумите вы, девицы, красьте поскорее ресницы. Вас я тоже под венец, всех уж выдам наконец. Царь, конечно, молодец, всех их отдал под венец. Мужику первой проводник. Счастье там, где ты не ждешь.
тобой занимаемся. Знаю, сегодня к нам присоединились воспитанники Уруса Посвятаныч Ябраевны, руководителя студии вокала и звукозаписи соло. Нет ни в чем тебе конца. Ты веками непонятна чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть Россия и не мою. Быть по-моему велик, быть по-моему.
счастливо люди живут и помнят хотя бы немного о том, что их родина тут. Вокальной студии Ливы. Еще раз. Вокальной студии Ливы. Действительно праздник, веселье, и они занимаются вот целым для того, чтобы показать, как о чем тоже о проделанной работе, вынести это зрителям, чтобы все увидели, услышали. Ну и, как я говорила, уже праздник, День защиты детей. Песни, перевод песни, что эта песня означает, чтобы она была подходящей возрастной категории ребенка. Сегодня участвуют 22 ребенка. И здесь, соответственно, 23 песни. Но сегодня не только студия наша находится, но и мы пригласили в гости вокальную студию «Соло», руководитель Усова Светлана Шабраиловна. И мы очень рады, что сегодня они к нам присоединились. Я хочу быть педагогом по вокалу и открыть свою студию. Вот сейчас будет провокационный вопрос. Голос хороший. Почему решила петь под кулисы? Я теплотою. Дотянитесь душой до тех, кого не коснешься рукой. Богом создана для людей эта маленькая планета. Сохраним же для всех детей мы живое сокровище это. Автор песни Светлана Урусова. Дарю радость своим друзьям. На-на-на-на-на.